Аккумуляторы Веста – титульный спонсор футбольного клуба «Краснодар». Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Веста. Заряжены на победу. Второй раз за 4 последних дня горожане вышли на газон арены Химки. На этот раз их соперником стала рвущаяся к медалям «Динамо». Травмированного Мамаева в середине поля у гостей заменил Петров, а в остальном наставник Краснодара оставил победный состав поединка с армейцами без изменений. Новый рулевой бело-голубых Станислав Черчесов в предыдущем туре дебютировал феерическим гостевым разгромом «Волги». И теперь в родных стенах, в дни празднования очередной годовщины основания клуба, динамовцы имели твердые намерения продолжить победную поступь. Впрочем, стартового штурма в исполнении хозяев не последовало. Поначалу мяч лучше держался у краснодарцев, которым на 7-й минуте удалась фирменная кружевная комбинация. Вот только Вандерсон так и не выбрал время нанести завершающий удар, а выстрел атаковавшего вторым темпом Газинского застрял в чистоколе оборонявшихся. 5 минут спустя уже хозяева доставили мяч в штрафную краснодарцев Кокорину, но и ему пробить поворотом не позволили. Заблокировали горожане и выстрелы на Боос Курани, которые те пытались произвести на исходе четверти часа игры. События на поле развивались в невысоком темпе. Было заметно, что соперники немного опасаются друг друга и предпочитают не рисковать, держа сзади внушительное количество боевых единиц. И надо сказать, в таком футболе «Динамо» смотрелось чуть предпочтительней. В середине тайма бело-голубым удалась быстрая контратака левым флангом, но пробивавший головой в борьбе с Калешиным на Боа в цель не попал. А вот на 28-й минуте Касаев одним пасом вскрыл краснодарскую оборону по центру, и Кокорин, оказавшись на углу вратарской, могучим ударом вколотил мяч под перекладину владений Синицына. Как ни странно, забитый мяч игру не раскрыл. По-прежнему наиболее действенным оружием обоих соперников являлись контратаки. На 40-й минуте одна из них в исполнении гостей получилась очень опасной, и Денисову пришлось прерывать прорыв Жоао Зиньо лишь ценой горчишника. Штрафной исполнил Широков, снаряд просвистел над планкой ворот Габулова. А вскоре тот же Жоао Зиньо просочился в штрафную соперников слева, но его прострел пришелся в оборонца хозяев поля. Сразу после перерыва «Быки» едва не остались без главного мотора своих атак. Динамовец Козлов варварским прыжком в ноги срубил Жоао Зиньо и справедливо увидел за это красную карточку от Безбородова. К счастью, бразилец, получив помощь врачей, спустя несколько минут смог вернуться на поле и продолжить игру. Получив численное преимущество, краснодарцы приступили к осаде владений Габулова. Но хозяева прижиматься к собственным воротам тоже не собирались и на 55-й минуте резко распрямили свою атакующую пружину. Фактурный Курани, откликнувшись на кросс слева, со второго этажа пробил выше цели. Горожане ответили на это в похожем стиле. Жозиньо с того же фланга набросил мяч на ближнюю штангу, у Вандерсона опередить Габулова и протолкнуть снаряд в сетку не вышло. Добавить атакам гостей остроты были признаны две замены, произведенные Олегом Кононовым на 58-й минуте. Выпустив Лабарде и Перейру, вернувшихся в строй после продолжительного отсутствия по причине травм, наставник горожан попал в яблочко. Вскоре уругваец могучим залпом из-за пределов штрафной заставил голкипера «Динамо» вытащить мяч из-под перекладины. А чуть позже счастье попытал ударом метров с 22 и Лабарде, но допустил промах. Мощный динамовец Самбо доминировал в воздухе на стандартах, причем успевал не только снимать все у своих ворот, но и угрожать чужим. Так на 69-й минуте лишь отчаянный бросок Синицына спас Краснодар от гола после подачи со штрафного. И все же счет «Быкам» удалось сравнять именно со второго этажа. Результативная атака была расчерчена стремительно и филигранно точно. Лабарде разрезающим пасом снабдил ворвавшегося в штрафную Калешина, то зряче навесил на Жоао Зиньо, а миниатюрный бразилец, взмыв воздух, успел оценить ситуацию и головой перевел мяч на Романа Широкова, который хладнокровно поразил свободный угол ворот. Ничья никого из соперников не устраивала, и «Динамо» вынуждено было заиграть в более открытый футбол. Краснодару же этого оказалось только и надо. Воспользовавшись разрядившимся пространством у ворот Габулова, черно-зеленые провели стильную, воздушную комбинацию. Участие в ней приняли практически все игроки группы атаки. Автором последнего паса стал Перейра, а мяч бильярдным ударом от дальней штанги уложил в сетку нерабочей левой ногой Рикардо Лабарде. Гол, что называется, в меморис. Поведя в счете, гости не подумали садиться в оборону. На 83-й минуте Вандерсон, получивший пас из глубины, выскочил на рандеву с вратарем, но переиграть Габулова не сумел. А в следующей атаке уже Жоао Зиньо стрельнул с острого угла, всколыхнув сетку ворот с боковой стороны. На исходе основного времени Безбородов уравнял составы, удалив с поля за грубый фол Лабарде. Но 5 компенсированных минут не хватило динамовцам на то, чтобы спасти игру. Пошедший вперед на розыгрыш стандарта Габулов оживил трибуны, однако последний удар в матче на Боо наносил уже из офсайда, да к тому же промахнулся. И спустя 4 дня после первой в истории клуба выездной победы над московским соперником, Краснодар одержал вторую, на этот раз волевую.